книге «Абхазия. Депортация абхазов» Теймур Азачукба развернуто изложил причины, условия и результаты массовой депортации абхазов в XIX веке, ставшей гуманитарной катастрофой в многовековой истории абхазов, древнейшего народа Кавказа. Научная тематика, связанная с депортацией абхазов и других народов Кавказа в XIX столетии, не нова. Ею интересовались многие авторы, как при царизме, так и в советскую эпоху и постсоветский период. Она и в будущем не утратит свою актуальность из-за масштабности и трагичности происходящих тогда событий. Интерес к данной проблеме не утихает еще и по той причине, что появляются публикации, которые, мягко говоря, искажают происходящие в XIX веке события для накопления политических дивидендов. Нерешенной по сегодняшний день остается проблема возвращения потомков, изгнанников из Кавказа на историческую родину. В своем труде Теймур Азачукба опирался на различные источники – архивные данные, материалы периодической печати, полевые этнографические материалы, исследования и наблюдения ученых, публицистов, путешественников, военных и гражданских чиновников. В книге использованы неоценимые труды известных абхазских и зарубежных ученых. Также автор отметил, что в своей работе он отказался от слова «махаджирство», которое в переводе с арабского языка переводится как «добровольный уход». Исходя из этого, автор применил слово «депортация», чтобы избавить читателя от лингвистической неурядицы и политического оттенка. Книга описывает события XIX века в Кавказском регионе, который в то время находился в эпицентре межрегиональных и глобальных политических событий, постоянно переживающего сложнейшие военно-политические, миграционные и этнокультурные процессы, оказывающие и по сей день существенное воздействие на перспективу развития его коренных народов. Как отмечали ученые, книга полномасштабно описывает ситуацию, сложившуюся на Кавказе, в частности в Абхазии в XIX столетии, и является серьезным источником. Вынесенная сегодня на презентацию книга нашего коллеги и друга Теймура Азачукба «Абхазия. Депортация абхазов», как и предыдущие его труды, относятся к серии первых. Более того, выход ее в свет продиктован самим временем, когда идет усиленное наступление квазинаучных работ на науку, искажающих или даже вовсе отрезающих отдельные страницы истории абхазского народа. В работе использованы материалы из российской периодической печати. Авторы публикации в большинстве своем являлись непосредственными свидетелями и участниками происходивших в то время исторических событий. Тем самым повышается степень их достоверности. Теймур Азачукба – автор более 80 опубликованных научных трудов, в том числе 20 книг. Книга «Абхазия. Депортация абхазов» рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей и культурой абхазского народа. Саид Джарсаля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.